Всем привет! Вернулись ко мне вот такие ноготочки. Им 2 недели, все прекрасно относилось, и мы будем просто освежать покрытие. Убираю верхнее покрытие керамической фрезой кукурузка, она у меня с синей насечкой. Убираю верхнее, базу не убираю. Пушером отодвигаю кутикулу, чтобы было легче проходиться фрезой. Далее я беру фрезу пламя, прохожусь по боковым валикам, приподнимаю кутикулу, вычищаю птеригий. Спиртом убираю опил и убираю кутикулу ножничками. Беру самый мягкий шарик в своем наборе, он у меня с черной насечкой, и зашлифовываю боковые валики, чтобы не было никаких заусенец. Еще раз прохожусь спиртом и сразу начинаю выравнивать ногтевую пластину базой, она у меня от Savilent каучуковая. Так как тонкий слой базы я оставила на ногтях с прошлого покрытия. После просушки убираю липкий слой. Приступаю к дизайну. Выбрала я белый лак от Finger Queen. Не могу рекомендовать этот гель-лак, потому что он плохо выравнивается. Really matter,
На мокрую, непросушенную базу я выкладываю ракушки из палетки, выбираю самые тонкие пластиночки, чтобы потом их меньше опиливать пилкой. Затем я их просушиваю в лампе, покрываю выравнивающим слоем базы, прохожусь пилкой, выравниваю поверхность и перекрываю еще раз базой, чтобы было все ровно. На мокрую базу я провожу вот такие полоски разными цветами. Они немного размываются. Просушили. Затем беру гель-краску от Bilfile и делаю тоненькие линии. Ну, теперь приступаем к френчу. Френч рисую по методу 1/8. Делю ногтевую пластину на 8 частей на глаз. Провожу полоску. Также делаю разметки под этой полоской. Провожу усики примерно середины ногтя. И округляю внутренние углы. Прям немного делаю запасом, потому что мы не наносили никакой камуфляж под этот френч. Рисую также краской от Bilfile. Sometimes when you're here, I can't feel no doubts, 'cause you keep me where the stars are bright. It doesn't really matter, 'cause you're here with me now. И все перекрываю топом от Savvy Land, он без липкого слоя. Вот что у меня получилось. Мы с клиенткой очень довольны, нам очень нравится. В общем, вот такая нежность получилась. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!